Вот сегодня у нас 17 октября 2022, вот улица Мира, это от моря и вот к морю идет, видите, никого народу, все пусто, 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 пусто. Время без 5-6, вот такая картина, вот этот проход к морю, а летом здесь, вот здесь остановка конечная, 23-й маршрутки, тут все кишит, и вот так сейчас это выглядит, еще даже одинокие самокаты есть. Сейчас пойдем к морю, посмотрим, что там с морем творится. Ну и вот уже на подходе к морю. Вот здесь преодолеваются дюны и барханы. Чуть-чуть в горочку придется пройтись. У нас настил убрали. И придется преодолевать вот так. Хотя вот что-то еще тут есть, его нас занесло. Песком засыпал весь. Мохито, от мохито одни названия. Смотрите, какая красота. Дюны, барханы. Все, света нет. Все замерли. Гостишки. Ну и вот морская идиллия, тишина. И никого народу. Ну еще несколько шагов и море. Это пирс Паралии уже. Еще раз напоминаю, мы вышли по улице Мира к морю. Такие пляжи широкие, что идешь, идешь, идешь по пляжу к морю уже 200 метров. Видите, как помелел. Вода как ушла. Интересно. Вон следы как красиво прошлись. Ай. Ой, вот. Чистейшее, красивейшее море. Это все видимо ловило. Раз вот этот классный вид Анапа. Все welcome to Vitizio Village, всем пока, пока, чао.